Утреннее включение с нашей любимой площадки. Тут выяснилось одно обстоятельство. Оказывается, Челси, вот эта вот красавица Челси, ну повернись ко мне, она приходит играть с папой, а не с вон тем лохматым Татошей. Ну вот она там сейчас за заборчик что-то смотрит. Мимо проходил ротвейлер, Татоша на него гавкал, и вот он ушел. А она все никак не может успокоиться. Что там за большая собака? Вот так вот. Всем доброе утро с площадки питомцев в Москве. Сегодня по состоянию на начало 11 утра здесь пока два питомца, не считая хозяев, которые за кадром, которые не попадают в кадры, потому что наши кадры предназначены только вот для таких вот кадров. Вот для таких вот красавиц. Вот мы вам даже... так, подожди, тут телефон, а то зазвонят. Будут брать интервью. Вот они. Вот целоваться уже лезет. Ну что, говорит, лохматый, давай-ка вставай. А то нет девчонок, которых можно погонять, да? Скажи, а у меня энергии хоть отбавляй. Сегодня уже утро. А то вечером в прошлый раз было немножко мало энергии, но она все равно французскую бульдожку загоняла. Жанет, загоняла, да? Ну-ка, давай, папа поснимает тебя, красавица. Пока Татоша уже отдыхает. И ты отдыхаешь? Ух ты какая, вот ты молодец. И ты уже отдыхаешь. Ну давай, папа заснимет вот этот отдых. А то Жанет на этой тумбе распласталась. А ты уже вот здесь вот с маленьким прутиком. Ну все, красавица, все. Всем хорошего настроения. Как только посмотрите на эту милую мордочку, и сразу улыбка, и настроение не покинет больше вас. Если что-то будет еще интересное, а на площадке выходные, на этой всегда много интересного, когда приходят еще красавицы, подружки Татоши, мы обязательно включимся и сообщим вам дополнительным роликом. Всем пока! Пока!